Привет, друзья, Миран на связи. Наконец-то я дошел до выпусков MMM Review. За время перерыва у меня скопилось много действительно крутых дисков от наших соотечественников, о которых мне прям хочется вам рассказать. Я подозреваю, что многие все еще предвзято относятся к обзорам на альбомы русских исполнителей, типа, ну да, я посмотрю, как там наши пытаются в музыку, но потом все равно буду слушать общепризнанную зарубежку. Признаться, когда-то и у меня мелькали подобные мысли, но сейчас их в помине нет. У нас действительно очень много крутой музыки, надо только поискать. Но иногда она буквально сама находит меня, а я в свою очередь показываю ее вам. Сегодня поговорим об альбоме, который я уже упоминал в январском выпуске MMMANS, но думаю, лучше разобрать его поподробней, чтобы наверняка. Дебютный альбом группы Distant Sun под названием Dark Matter. Российский power metal коллектив. Времена, когда это словосочетание заставляло неокрепшие умы говнариков рисовать образы драконов, уже прошли. К счастью, надо полагать. Сейчас отечественная пауэр-метал сцена может похвастаться очень сильными командами. По выпускам MMM Review нам уже известны Stillerlight, и спойлерную сегодня мы добавим в список годноты еще одну группу. Раз уж мы заговорили об образах, лирика Distant Sun базируется на сюжетах фантастических и фэнтезийных книг, фильмов и даже космических настолок. Но не нужно быть задротом, чтобы найти в песнях что-нибудь знакомое. Среди источников вдохновения есть такие общеизвестные франшизы типа вселенных Дюны или Матрицы. Но это еще не секрет успеха. Многие исполнители в подобных случаях просто эксплуатируют популярные произведения, стараясь напихать в тексты как можно больше известных имен и названий. А вот Distant Sun очень грамотно работают с лирикой. Они не делают пересказ сюжета под музыку, а скорее по-западному так тезисно воспевают те или иные особенности вселенных. Получается очень фирмово. Ну а теперь по поводу музыки. Помимо павера западного образца, тут мы имеем вкрапления трэша и спид-металла. Что это нам дает? Это дает офигенные рифы. Прям такие каноничные, мощнецкие гитарные рифы, которые лежат в основе. Далее аранжировка. Сейчас такое уже редко встретишь, но группа, львиная доля песен которой имеет отсылки к космической тематике, не использует сэмплы. Вообще никакой электроники. Каждый звук на альбоме высечен руками и ногами музыкантов, что в свою очередь потребовало особого подхода к аранжировке. И тут удар на себя принимают гитарные мелодии, с ними все в порядке, как и с рифами, гитарам вообще ноль претензий, и ударные. И к ним тоже не придраться. Dark Matter отбарабанил многоуважаемый мной украинский драмер Эрлан Сиволапов. Сделал он это четко, динамично и, что самое главное, живо, под стать остальным инструментам. Можете посмотреть, как он ваншотит Matrix Hack на студии. Очень профессиональная работа. Ну и основное средство выражения — вокал. Тут просто Flawless Victory. Основатель коллектива Алексей Марков обладает сильным драйвовым вокалом и очень грамотно сдабривает вокальные партии, так скажем, мелизмами и хорами. То есть он не надоедает. Я поначалу даже думал, что на альбоме пели несколько вокалистов, но нет, он все сделал в одиночку. Не суммируя это все, понимая, что музыканты действительно старались и вкладывались в эту работу. Galaxy far away.
Ну а по поводу диска, кавер-арт тоже лампово отрисован и запоминается. Верстка на пятерку, все читаемо. Но внезапно мне как-то не хватает обозначения состава музыкантов и их фоток. Хочется посмотреть на тех, кто сделал такой альбом. Вопрос, конечно, решается нагугливанием пресс-релиза альбома, из которого мы узнаем, что Dark Matter, не считая некоторых соляков, это работа всего трех музыкантов. Ну, с барабанами все понятно, а вот вокалист и гитарист разделили между собой обязанности по записи всех гитар. А вы помните, что я сказал про рифы? Они прям мощь. В итоге имеем альбом для любителей павера, любителей трэша, любителей спид-металла, любителей фантастики и для тех, кому приятно видеть успехи отечественной метал-сцены. А это не слабая такая целевая аудитория. Я надеюсь, у Distant Sound получится найти среди нее своего преданного слушателя. Да и я уверен, со временем так и будет. Мы же с вами можем помочь им в этом деле, нажав на кнопку «Рассказать друзьям» под записью с этим выпуском в паблике Metal Music Madness ВКонтакте. А чтобы вам было интересно это делать, мы через недельку выберем случайного репостнувшего и подарим ему диск Dark Matter, плакат с этим офигенным артом и бейсболку Distant Sun. А если у вас есть своя группа и вы хотите знать, что мы о ней думаем, вы можете прислать свою музыку нам на рецензию. За всеми подробностями пишите нам на почту или в личку, все ссылки есть в описании. А если вы хотите поддержать наш проект, то можете купить футболку или толстовку. Все варианты мерча есть в нашем паблике Metal Music Madness ВКонтакте. С вами был Миран. До связи.